Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Малорама. В этом выпуске обсудим события 70-й серии турецкого сериала «Клятва». Напомню, что это заключительная серия данного сезона. Конец этого сезона счастливым, скорее всего, не будет. Видимо, сценаристы решили затянуть немного и более счастливые моменты показать в продолжении сериала. Джемре подготовила ловушку для Рейхан, и Рейхан снова повелась. Сердце Рейхан разбито, она уверена, что Эмир ей изменил. Когда она вошла в спальню, то увидела неприятную сцену. Эмир спал, на его воротнике были следы от помады. Эта комната смахивала на бордель. Когда Эмир пришел в себя, то он сказал Рейхан: «Я хотел сделать для тебя сюрприз». После этих слов Рейхан переполняется злостью, сметая все на своем пути. Рейхан говорит Эмиру: «Ты для меня больше не существуешь, тебя нет. Ты умер в этом доме греха». Эмир в замешательстве, он не понимает, что произошло. Эмир всячески пытается остановить Рейхан, он настроен решительно. Он пытается доказать Рейхан: «Послушай, я не мог тебя предать, ведь я так сильно тебя люблю». Рейхан ответила Эмиру: «Не нужно ничего говорить, я не хочу ничего слышать». Талас понял, что Лейла предала его. Он спросил, почему та его предала, при этом пригрозил расправой, но Лейла не боится. Хикмету станет известно о проделках Джавидан в сторону Рейхан. Она боится, что Хикмет разведется с ней. В комментариях напишите свои варианты завершения этого сезона. Будет ли счастливый конец или все-таки будет накал страстей, который оставит нас в напряжении. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить, и до скорых встреч!